Мэр Сергей Шелест раскритиковал капитальный ремонт омской школы. Делегация мэрии во время традиционного субботнего объезда посетила школу номер 3. Там в марте этого года стартовал капремонт. Подрядчик – компания «Данстрой». Стоимость контракта – 80 миллионов рублей. Чиновники на месте рабочих не обнаружили. Нежелание работать и расхлябанность налицо. На объекте не обнаружилось рабочих. Было несколько человек, которые изображали членов стройбригады. Но как только мы вышли за территорию школы, удалились и они. Планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк. Капитальный ремонт школы номер 3 рассчитан на 3 этапа. В этом году подрядчик должен обновить кровлю, фасад, перекрытие и крыльцо. Дальше по плану замена инженерных сетей. Отметим, чиновники во время объезда также посетили стройплощадки в микрорайоне Серебряный берег и на улице 6-я станционная, где продолжают возводить дом для переселенцев из аварийного жилья. Руководители подрядных организаций все еще говорят о нехватке рабочих рук, сложности с поставками материалов и их удорожании. Напомним, ранее телеканал «Омск ТВ» рассказывал о проблемах при строительстве школ в Горьковском и Черлакском районах. Их обещали сдать к 1 сентября, однако чудо не произошло. Министру строительства Александру Рашко объявили выговор. Известно, что заведение в Горьковском районе будет готово через месяц, в Черлаке – к середине сентября.